пришел на вашу елку и подарки вам принес. Только что подарки получить, их надо заслужить. Я же под елкой посижу и немножко отдохну. А вы стихи вместе почитайте, кто умеет. И за это подарки получайте. Ну вот, давайте, детки, давайте, миленькие. Давайте, мои хорошие. Дедушка Мороз, сядь, пожалуйста. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, пускайте. Да, дорогие ребята, а кто приготовил Деду Морозу подарок? Кто выучил стихотворение на Новый год? Да! Сейчас вот эту маленькую девочку, самую маленькую участницу нашего сегодняшнего праздника, зовут Изабелла. Белочка мы ее так называем. И она приготовила нам подарок. И Деду Морозу тоже. Давай, давай, я кушаю тебя, дорогая моя. Давай. Это как палочка. Он елку купил, а на ней лайки голубые фонари. Как ты была победить? Спасибо, Анастасия. Кто еще хочет? Вот еще красивая девочка расскажет. Рассказывай, Марк.